полчаса назад меня зарегистрировали в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы 7-го созыва. Действительно, я дико горда результатом моего штаба, что мы смогли, освоили даже новые методы агитации и уговорили людей показать свой паспорт, уговорили людей показывать свой паспорт и приходить к нам в штаб в самом несобираемом округе, в самый аполитичный сезон. Сейчас все в апатии, никто ничего не хочет, а очень зря. Наша команда, которая выбрала такой путь, то есть, с одной стороны, мы не придумывали совсем нерешаемые программы, с другой стороны, мы старались придерживаться, не скатываться ни в какой популизм, конечно же, и остались верны своим ценностям. И очень горды, что, несмотря на это, мы смогли в итоге, несмотря на все сложности, мы смогли в итоге зарегистрироваться в качестве кандидата.